сяду, да, возможно. Но вот сегодня я бы... Это ж... Вот просто... По лестнице, интересно, поедем? Слушай, метится он именно туда. Блин, он по лестнице поедет. А, нет, вернулся. Не со спутниками установлено. Кто сказал? GPS подключен. Ну, вот тут хорошо. Ну тут я прям на фрилендере уже развернулся. О, мы уже по альтернативному пути погнали. Ну уже можно начинать доставать телефон. Сижу, торможу. Ох, куда мы, блин, лезем, а? Как хорошо, что я вчера пиво напился. Не, ну тут, я думаю, пока пройдем, тут стоит. Наш? А чё он остановился-то? Нет, за ним самое интересное. А он. А, он сидит, думает, там сзади Саньон, надо его пропустить. Не лони меня. Да, он за тобой и поехал. Такой же хитрый, как и я. Я не понимаю, как люди снимают на телефон с машин. После этого я помню в стойке. Блин, ну мы реально в болот едем. Удочку ты тоже не взял? Не взял, две. Отлично. Там дорожка прям хорошая, мне кажется. Да. Приятно. Пока приятно. О! Дочка. Да? Ну, я, пожалуй, вот так вот сделаю. А, это дорога в деревню была, понял? Сюда люди на девяточке ездят обычно. Ну, дорога в деревню, там как всегда. Шла параллельно. Блин, ну тут хорошо. Блин, тебе взять. О, хорошо. Блин, хорошо, но резина не соскакивает. Нет, тут ключевой момент, моральная проходимость. Она рулит во всем. Согласен. Я не думал, что это самое, что пружина будет полностью сжиматься. Ох, красота. Ох, а, это у тебя, получается, началось после того, как пружина поменял, да? Да. А сейчас бы жесткие как раз бы были. Да. И те, которые до этого стояли, они с отбойниками стояли. Совсем мягкие, длинные, которые, на которых я до этого ездил, только того, как жесткий купил. Хотя ты, блин, пружину меняешь быстрее, чем я колеса. Для тебя можно подсказать всей этой эпопеи и реально с закрытыми глазами в течение 2 минут. Ты откручивалась, закручивалась, устанавливалась.
Можно так? Да. Просто ты человек, живущий в деревне, тебе, конечно, пох, а я человек, живущий в городе, для меня это свежий воздух, чуть большее присутствие кислорода с примесями там, зеленой травы и так далее, ну, радует сильно. Что, опять не туда? Да. Ты сами на СР. Во-во-во, давай, как раз мы за ним да пристроимся. Нет, я вон за ним, ну, зачем? Ну, интересно вам посмотреть просто, как он приезжает. Мы его видим. Да нихера, на узкой дороге я вторую машину не видел. А я бы тут выглядывал, и смотрю на него. Провалился, и дружбы попорвал. Бездорожье вне границ, конец все-таки настал. Чем круче джип, тем дальше идти, проклиная все на своем пути. За грейдером, за трактором или за авто, любое ассорти в деревне Шапито. По-моему, там лужа примерно такая же, как вот. Да. Чуть ходом, там, по-моему, стучаться не обо что. Там колея небольшая. Тут, если не кузов, то мы выезжаем в любом случае. Остальные проедут. Интересно, пион проедет или нет. Умеешь, что людей удивляют.
все перебрались. Thank you.
смотреть. Что А медленно если едешь, хватит. А, в этом смысле? Ну, я говорю, я там не видел. Ну, вот, кстати, вот это недостаток того, что мы последние. Да. Самый большой недостаток в том, что у нас крюки глубоко. Про эту клину? Да. Здесь колея. О, отлично, хорошо. Чувачки нашли. Давай, хорошо.
хорошо, что мы проехали. Чуваки просто снимают, видишь? Вот почему... Нет, а я вот тебе почему говорил, что про последний не то, что дорогу разобьют, а то, что поснимать можно. Про эту фишку говорю. Про разобьют что-то не подумал. А ты наоборот, наверное, подумал про разобьют. О, ревно, отлично. А у меня пороги. Ну ничего. Такое, такое бревно я в Беларуси вырубал, если честно. Сейчас мы посмотрим. Я тебе хочу сказать, ты миллиметровщик, в общем-то, даже, да. По-моему, короче, немножечко цепанул. Ну там реально, там было сантиметр, наверное, да? По-моему, даже сантиметра не было. Мне кажется, кору ты все-таки подзадел. Чего? Чем? Кору, дерево. Нет, понятно, что повреждение не нанес, но я к тому, что там чуть-чуть.